Уже во второй раз в Ивановской области состоялся чемпионат и первенство по чирспорту «Ситцевый бал». Модное увлечение чирлидингом давно уже стало серьезным делом. Для ивановских спортсменов эти соревнования являются отборочными на чемпионат и первенство России, который состоится в феврале в Москве. Есть определенная квота от каждого региона, которая зарабатывается на предыдущих чемпионатах и первенствах. Ну, квота Ивановского региона составляет ровно одна группа, одна двойка. То есть это только победители в каждом возрасте и в каждой дисциплине. По положению соревнований в состав сборной Ивановской области по чирспорту войдут только победители регионального чемпионата и первенства. Поэтому накал страстей на соревнованиях нешуточный. На этот раз в турнире принимали участие клубы из Нижегородской, Ярославской области, Смоленска. Участников больше 200, и это в два раза больше по сравнению с прошлым годом. У ивановской команды «Грация», «Загадка», такие команды, которые, в общем, имеют очень хорошую хореографическую подготовку, они имеют все шансы быть в призовых, так сказать, в призах этих соревнований и представлять нашу страну на чемпионате Европы, который будет в этом году впервые проходить в России, в Санкт-Петербурге. Участие в чемпионате России ивановским спортсменам необходимо как воздух, ведь уже в прошлом году 200 из 300 ребят выполнили все нормативы. Теперь им нужно повышать свое спортивное мастерство, а предстоящий чемпионат России как раз дает такую возможность. Приходится очень много работать, не по 2 часа в день, а по 4, по 6. Мы отдаем всех себя этому виду спорта. За последние годы чирлидинг из массовой активности для молодежи превратился в спорт очень сложный и красивый. Более того, он имеет все шансы стать олимпийским, потому что в прошлом году был принят в олимпийскую семью. Не исключено, что в 2024-м какая-то из дисциплин появится в программе этих международных соревнований. Мария Смирнова, Любовь Почерникова, Антон Осипов, РТВ Иваново.